Да, в общем, много понаехало из Москвы всяких наших москвичей. Удалось нам в Москве, в центре Москвы, открыть клуб «Китайский летчик Джао Да», который с тех пор существует. Затем он открылся в Питере, затем в Казани. И вот, наконец, мы приехали в Ярославль. Стареют его чада, кричат. Он сидит на крыше теплой, как булка хлеба, ковыряя указательным пальцем небо. Снег идет из дымки в небеса, через дымку ему видны чьи-то белые глаза. Он не ест, не спит, он слышит голоса. Такое ощущение, что за потолком, за лазурью, за глазурью, за небесным огнем, кто-то постоянно шепчется о нем. Ла-л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 а. Ибо что такое мир, когда не пир во имя любви? Ла-ла-ла. Yeah.
дожил до 25 лет. Его деньги крошатся, как черствый хлеб. Но этих подарков задрипанных фей еще хватает на книги и на портвейн. Какой ужасный дым, какой ужасный чат. Вчера он видел во сне 8 волчат и по некоторым признакам вычислил в них 8 нерожденных детей своих. Снег идет из дымки в небеса. Все волчата закрывают свои серые глаза. Нам пора уснуть на 3 часа. Может быть, в какой-нибудь далекой стране, на ветреной Венере или на полной луне, кто-то так же спит и видит нас во сне. Е-е-е. Во имя любви. Род приходит, род уходит, а снег все идет. Он пойдет, приляжет и опять пойдет. Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, а все ловлю лету. Ну непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела? Вот я не понял. Что ты имела? Все понятно. Что ты имела в виду? Что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Вообще, я только не запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили 2 каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, все ловил на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты опять не понял? Что ты не все понятно? Я бы разыграл, что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Дома я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Странный вкус темнеет в глазах. Ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, все ловлю на лету. Но непонятно, что... Что ты имела в виду? 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 Thank you.
занимая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, это все там на земле. Че-то как-то не торопся навстречу ко мне, но ничего, ничего. Я подожду, ведь надо все-таки узнать, че это было за кольцо и че за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Что ты имела? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела? Что ты имела, что ты имела в виду, что ты имела? Премьера фильма «Выборы 2». День выборов.